Возможность поддержки отрасли овцеводства республики рассмотрели в правительстве Дагестана на совещании под руководством главы Кабмина Артема Сдунова. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов считает, что один из вариантов поддержки – повышение субсидий на овцематку и на реализованную шерсть. Кроме того, со следующего года планируется финансовая помощь от властей тем фермерам, которые сдают баранину на убой живым весом. По словам министра, эти меры поддержки помогут вывести отрасль из тени, так как мясо на убой должно быть зарегистрировано в государственной информационной системе «Меркурий» и пройти соответствующую ветеринарную сертификацию. Глава Кабмина поручил Минсельхозпроду региона организовать реализацию мяса и мясной продукции, в том числе баранины, на территории республики в ЮФО, СКФО и в других регионах России.